Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, народ! И тут у нас такая новость. HomeTom HT17 4G с сканером отпечатка пальцев стоит каких-то бросовых 69 баксов! Сканер отпечатка пальцев 4G за 69 баксов. Круто! Далеко не каждый бюджетный смартфон может похвастаться встроенным сканером отпечатка пальцев 4G и 4-ядерным процессором. 5,5-дюймовый HomeTom HT17 именно такой случай. А вот характеристики этого аппарата. HomeTom HT17 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD 1280 на 720 точек, 4-ядерный процессор MT6737, 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной памяти, поддержка карт памяти до 64 гигабайт, 13-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная фронтальная камера, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, операционная система Android Marshmallow 6.0, аккумулятор емкостью 3000 мАч. Вот такие вот дела, ребятки. Подписываемся на канал, ставим лайки, пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.